Сезон охоты открыт. На городских дорогах после долгой зимы появились мотоциклисты. Чтобы предупредить четырехколесных собратьев-водителей о своем появлении, мотоциклисты организовали акцию. В рамках нашей акции состоится мотопробег, который состоялся при помощи и при поддержке ГИБДД. Потом, после пробега, мы будем распространять листовки на парковках торговых центров, на заправках, местах скопления автомобилистов. Акция началась с мотопробега. В таких количествах двухколесных гонщиков сложно проглядеть. Однако в потоке машин мотоциклиста легко и не заметить. Чтобы избежать аварийных ситуаций, автомобилисты должны дважды смотреть в зеркала заднего вида и обязательно включать поворотники перед маневром. Однако зачастую и водители мотоциклов становятся виновниками ДТП. Мотоциклисты тоже нарушают правила. В прошлом году у нас был погибший, который ехал по разделительной полосе с превышением скоростного режима и совершил наезд на автомобиль. Сам мотоциклист погиб. То есть и такие случаи бывают. Нередки случаи, когда несовершеннолетние у нас нарушают правила дорожного движения. Родители все больше покупают своим детям скутеры, а поскольку дети еще не знают правил дорожного движения, и бывает, что выезжают на дорогу, даже не достигнув 16 лет, не справляются с такой машиной и происходит опрокидывание, очень часто в автомобили врезаются. После пробега мотоциклисты рассредоточились по городу, чтобы вручить автолюбителям специально приготовленные памятки поведения на дорогах. При столкновении водитель отделается небольшой вмятиной на своем автомобиле. Мотоциклист уже это может стоить жизни. Но и двухколесные гонщики должны помнить, закон на дороге един для всех. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.